никогда не пишите на ту тему, которая вам не интересна. Потому что если мне не интересно задавать вопрос, моему собеседнику 100% будет неинтересно на этот вопрос отвечать, а всем остальным потом будет 200% неинтересно это слушать, смотреть, читать. Зачем это нужно? Вот если меня это захватило, если это моя тема, о, здорово, а я это сейчас вот так поверну, а у меня вот такая-то есть, такая, у меня такая возникла аналогия, а тут такая вот метафора пришла в голову. Классно. Живописцы, окуните ваши кисти.